Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Так, у нас новые сегодня ежедневные испытания, также мы сегодня посмотрим, кто у нас появляется новенький в нашей армии. И это у нас, кто это такой? Служитель тьмы. Ну что ж, давайте развивать его до двух звезд, это эпический воин нежити. Поехали. Так, слушайте, ребята, а мы случайно в прошлой серии разве не его улучшали, а? По-моему, его. А какого хрена мы сегодня его опять улучшаем? Я так и не понял. Ладно, а оу, а здесь-то что у нас? Охохошечки, ребята, лорд пустоты. Обычный захватчик-герой. Он хочет у нас получить третью звезду. Ну что ж, давайте сделаем это дело. Во! Красавец. Ха-ха. Неплохо, я вам скажу. Так, но это еще не все. У нас также сабли... Что? Иди отсюда. Саблезубый бородавочник. Угу. Тоже обычный воин. И он тоже хочет получить третью звезду. И... Ядрить его на корень. Крутой перец он уже стал, да? Так, вроде бы все, ребята, да? Всех улучшили. Блин, сюда бы одну буквально карту, ребята, и мы бы могли бы с вами улучшить воблера. Ладушки. Так, что у нас здесь? Тренировка. Давайте-ка мы это все дело завершим. И отправим опять же тренироваться. С новыми силами, как говорится, пускай тренируются. Так, где еще? Ага, вот они. Так, подожди-ка, а что здесь-то опять? Ха, смотрите, ребята, вот они, карточки недостающие. Ну что же, давайте развивать воблера до трех звезд. Поехал, парень. Ядрить тебя на корень, ну ты круч просто стал у меня. В общем, ребята, я доволен. А теперь, пожалуй-ка мы... Блин, все говорите, иди на арену. Но нам же нужно тоже, ребята, ежедневку. Точнее, основную сюжетку проходить. Тем более, тут осталось-то совсем ничего. Поэтому давайте-ка приступим, пожалуй, с нее. Так, и нас тут ожидает... Ага, вот такой вот отряд. Хреновый, если честно. Он очень мощный. И я даже не знаю, что нам сделать против него. Охо-хо, давай, наверное, вот этим пойдем все-таки. Попробуем. Поехали, ребята. Была, как говорится, не была. Продолжить, конечно же. Так, меня здесь все, в принципе, устраивает, кроме одного. Это вот эти вот нефритовые, блин, статуэтки, которые ходят. И они очень мощные. Даже не то, что мощные, они, скорее всего, как бы сказать вам, вот. Долгожители хреновые. Хрен пробьешь их, называется. Плюс у них вот эта вот способность превращаться в камень. Вау, давайте, еще тут черепах мне не хватало стреляющих. А ну-ка, всех под разборку. Нет, ребят, не можем мы разобрать. Вы представляете, сколько мы бомбим эту статую. И пофиг ей, просто пофиг. Офигеть. Офигеть просто. Жесть, вот только сейчас он рухнул. Обалдеть. Так, ты достала уже там жаба. Ну это не жаба на самом деле, это черепаха, но все равно достала. Блин, их хрен пробьешь. Так, давай, давай, давай. Так, энергия, бабули. Давай-ка теперь ты за нас, парень, подерешься. Взяли его, разбомбили. А я-то думал, сейчас он за нас подерется. Ага, подрался, как же. И пикнуть не успел. Так, давайте, 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 ребята, мне нужно... Во времени уложиться. Давайте быстрее. Так, заморозку. Всех тут замораживаем. Нечего, как говорится, буянить, да, ребят? Так, 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 притягиваем, притягиваем. Вот, 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 вот. Хорошо, что он отвлекся. Да чтоб тебя, ребят, 48... Есть! Фух, 48 секунд там оставалось. И мы все-таки прошли, прошли этот уровень. Но это еще не все. А теперь кто у нас тут? Оу, хе-хе, ребята. Богиня света. Тут еще вот этот вот монах. Вучжен, блин. Елки-палки. Ладно.
Давайте посмотрим, как говорится, кто кого. Блин, мне бы, конечно, вот этого вот тоже нефритового солдата. Но он такой медленный, он еле идет. Но зато крепкий. Ага, уже самураешка пошел. Так, а мы вызовем боевую жабу. Что ты на это скажешь, олух? Царя небесного, ну-ка давай-ка. Так, ну, по-моему, у меня жаба, хрен поймешь, вроде как сильнее, а вроде бы и нет. Вон этот Вудженый летит. Иди сюда, поближе, нечего там издалека буянить. Я знаю, что ты будешь сейчас делать. Так, еще один самурай. А также черепашка. Ну, не ниндзя, да ниндзя ей, конечно, еще там далеко. Да что ж ты, а, оу, как это ты... Слушай, 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 это что-то, по-моему, перебор, ребят. Как он так быстро все это сделал? Эй, роднуля. Так, пора мне тоже, ребята, вызывать. Так, и вот так вот мы с вами притянем это все дело. Надо же наказывать, естественно. И потихоньку уже будем разбирать. Так, 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 блин. Да что ж такое, смотрите, они крепкие, все равно, мы не можем их даже прожарить. Плюс у них у каждого практически сразу срабатывает суперудар. Ну, кто у меня там следующий? Давай, 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 выходи, ребят. По-моему, сейчас моя богиня света, все, ребят, офигеть просто, я вам скажу. Отдуплилась моментально, блин, даже пикнуть не успела. Что это она там делает, вы видели? Офигеть. Да нет, тут, по-моему, прокачка-то будет побольше, чем на 2 звезды, мне кажется. Есть! Мы ее снесли нафиг с пьедестала. Да, но эти-то говнюки все равно подходят ко мне. Слушай, жаба, ты там достала уже, блин, бомбить, а? Издалека. Кто вот эту вот фигню такую делает, ребят? Цветочки, я не могу никак понять. Так, дай-ка карточку мне, заработанную честным трудом. Честным смертным трудом. Давай, 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 бомбим. Ну, так, конечно, жаба, блин, черепаха издалека бомбит не по-детски, ребята. Очень хорошо она бомбит издалека, причем массовый урон. Это тебе не лучник, который бьет одинокую цель. Там именно идет массуха. Да, во времени мы, ребята, уже не уложились, поэтому бонуса нам не видать, как своих ушей. Ну, нам бы хотя бы вообще пройти этот уровень, да? Согласитесь. Тут не так все просто. Да и по уровню они нас сильнее. Но я думаю, что все-таки мы здесь с вами пройдем. Сейчас вот этого самураечку забомбим. И я надеюсь, больше никто не выйдет. Ну, а если даже выйдет, я его обязательно сейчас вот этим вот супер ударом присосу. О, давай вот так вот сделаем. Все, тут что-то никто уже не выходит. Видимо, он понял, в чем проблема, и сдался. Ты смотри, а? Стоят там, выделываются. Да-да-да-да-да. Помахай, помахай мне там еще мечом. Все, ребята, прошли. Да, прошли. Конечно, не так, как хотелось, но все-таки прошли. И мы забираем к себе этот сундук нефритовой империи. И достается нам... сгодится. Сгодится. Так, и мы с вами переходим на следующую карту. Это у нас, по-моему, рыцари, да, здесь? Да, именно они. 42-41 уровень. Тут у нас еще есть одна энергия, поэтому будем, пожалуй, играть за них. Хотя зря я это сделал, ребята. Здесь вор. Здесь есть вор, который в инвизе проходит. Сами прекрасно знаете, что он проходит. Проходит все. Так, вот он спрятался. Да что ж такое-то, ты посмотри, а. Ну нафиг. Ватная голова получил свою.
не выздоровел я. Очень тяжело мне, честно говоря, говорить. Горло болит офигеть как. Но надо, ребятушки. Тут прилетает следующая орда паразитов вся.
реакция. Все. Вообще моментально. Так, если мы сейчас с вами пройдем последний уровень, то это будет шикарно. Король, герцог Икторн. Откуда я взял вот этот вот герцог Икторн? Помните, в свое время был такой мультик Миш Кигами. Так вот, там был герцог Икторн, которого при себе держал гоблина под Лизу. Он чем-то вот напоминает мне. Только там был такой, знаете, чернявенький, а тут хрен его знает, короче. Так, я что-то не понял, что я жду-то, ё-моё, у моря погоды. Ой, дурила. Я думаю, что у меня никто не выходит, а у меня энергии не хватало. Ой, лопушок, ё-моё. Что надо было так лопухнуться? Ну, опять же, прошли очень и очень скверно. Здравствуйте. А, ну да, здесь я уже думаю, что это мы здесь вообще ничего не сделали. Так, ну что, дорогие мои друзья, будем, пожалуй, на этом с вами завершать.
Энергии у нас нету. Ну, а мы с вами обязательно увидимся в следующем выпуске и продолжим, конечно же, играть в эту игру. Так что всем пока и удачи. Кстати, уровень у нас скоро будет 41. Это будет круто. Так что удачи вам, ребят.